Здравствуйте, дорогие друзья! Это еще одна подборка полезных инструментов с AliExpress. Каждый, кто смотрит этот ролик, сможет принять участие в конкурсе. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Поехали! Датчик давления шин. В комплекте идет дисплей, на котором показывается давление в шинах, гайки и сами датчики. Устанавливается датчик очень легко. Нужно сначала накрутить гайку, а затем и сам датчик, и как следует затянуть. Нельзя обойти стороной удобную регулируемую швабру. Если вы сторонник старой доброй ручной мойки, то этот товар для вас. Эргономичная ручка, удобная губка сделают процесс мойки крайне легким и быстрым. Труборез применяется для резки полипропиленовых, медных и алюминиевых труб. Имеет малый вес и габариты. Инструмент может функционировать отдельно или с присоединенной трещоткой. Диаметр можно регулировать самостоятельно до 28 мм. Набор первой необходимости для ремонта велосипеда. В него входит мультитул с шестигранными и рожковыми ключами, ключ для спиц, бортировочные лопатки, терка для зачистки поверхности заплатки для камеры, мини-насос для накачки колес и еще много других полезных инструментов. Поставляется в чехле и двумя ремешками-застежками на липучке для крепления к велосипеду. Мощный ударный шуруповерт от фирмы Deka. Модель GKD20DU3. Почти два года назад я купил этот шуруповерт. За это время он пережил ремонт в гостиной и кучу мелких использований. На сегодняшний день он до сих пор работает без каких-либо проблем. При заказе товара стоит обратить внимание на то, что есть модели DU2 или, как в моем случае, DU3. Они отличаются мощностью. DU3 – это 20-вольтовый шуруповерт с крутящим моментом 58 ньютон на метр. Размер патрона позволяет использовать сверло диаметром до 13 мм. Я заказывал максимальный комплект с пластиковым кейсом. Но даже в минимальном комплекте вы получите два аккумулятора и зарядное устройство. Самовосстанавливающийся коврик. Используется для изготовления трафаретов, шаблонов, для раскройки кожи и ткани, в моделировании и любых других видах творчества, связанных с нарезкой. Этот коврик не только защищает поверхность стола, но и сохраняет лезвие ножа острым. На коврике есть сантиметровая разметка, которая помогает при работе. Также он обладает свойством самовосстановления. Мелкие царапины легко разглаживаются, а глубокие затягиваются и не мешают дальнейшей работе. Мини-циркулярная пила для резки дерева, пластика или мягкого металла. В отличие от многих других моделей, данная малышка без труда способна работать с толщиной материала до 43 мм, в то время как большинство конкурентов максимум до 25. Помимо этого, на корпусе пилы есть лазерная указка, которая создает четкую прямую линию, что позволяет делать качественный ровный рез. На странице товара есть две модели, которые отличаются мощностью – 600 и 700 Вт. Каждая из них способна делать рез до 43 мм при 90 градусах и 28 мм при 45 градусах. Максимальное количество оборотов – 3500 в минуту. Уже более 1000 заказов и масса положительных отзывов. Щетка для чистки дымохода. В наборе с ней приходят 6 гибких прутков с резьбовым соединением. В собранном состоянии длина составляет более 3,5 метров. Диаметр щетки 11 сантиметров. Она пластиковая, поэтому хорошо подойдет для чистки дымоходов из нержавейки и оцинковки, так как не будет царапать стенки. Дымоход можно очистить снизу через ревизионный люк, не поднимаясь на крышу. Клещи для снятия изоляции с кабеля. Предназначены для отрезания зачистки и обжима многожильных и одножильных проводов. С помощью данного инструмента можно в одно движение снять изоляцию с проводов, имеющих сечение до 6 мм². Это одна из самых бюджетных моделей стриперов, но свои функции они выполняют отлично. Алюминиевая Т-образная линейка. Прекрасный разметочный инструмент для работы с деревом. Угольник имеет Т-образную форму и используется для разметки досок, брусков и других элементов. С помощью этого столярного угольника можно отмерить небольшой отрезок, сделать лучевую разметку углов, начертить параллельные прямые с определенным интервалом, просверлить отверстие нужного диаметра, выполнить разметку соединения и проверить точность отрезанного угла под 45 и 90 градусов. Отличная линейка с широким функционалом за невысокую стоимость.
скоро шуруповерты будут продавать дешевле, чем отвертки. Это простенький аккумуляторный шуруповерт для несложных задач. Цена на него постоянно прыгает, поэтому если будет стоить дороже, то немного подождите, через время опять опустят. Многоразовые стяжки. В отличие от привычных всем распространенных стяжек, эти можно использовать повторно. Огромное количество цветов и размеров на выбор. Портативный пылесос. Чтобы салон вашего авто всегда был в чистоте. Полноценную химчистку он заменить не сможет, но для поддержания чистоты подойдет отлично. В комплекте идут несколько насадок, с помощью них вы сможете очистить каждый угол вашего салона. Из-за небольших размеров он практически не занимает места в багажнике. Освежитель воздуха в форме термокружки. Технология твердого ароматизатора обеспечивает в 10 раз более низкую скорость испарения, чем жидкий аромадиффузор. Отлично удаляет запахи и безопасен для детей и беременных женщин, так как не содержит вредных спиртов. Паяльник с регулятором мощности. Датчик температуры отсутствует, а поэтому данный регулятор не является термостатом. Однако возможность регулировки мощности позволяет контролировать температуру жала и избежать перегрева, тем самым поддерживая необходимый температурный режим пайки. Удобный алюминиевый угольник. Пригодится для нанесения перпендикуляра, в проверке заготовок под прямым углом, быстрой разметки линий под углом 45 градусов, для разметки параллельных линий, нанесение или изменение углов и, конечно же, использовать как обычную линейку. Линейка литая и сделанная из алюминиевого сплава. Незаменимый помощник в домашнем быту. К тому же недорого стоит. Насадка-распылитель. Она накручивается на горлышко любой пластиковой бутылки и позволяет распылять жидкость. Для этого необходимо плотно закрутить насадку и накачать воздух для создания давления, после чего все готово к работе. При этом можно регулировать факел распыления. Такая вещь пригодится для ухода за растениями или нанесения грунтовки на стену. Инструмент для ремонта пластиковых деталей. В комплекте идут специальные скобы, они нагреваются и вплавляются в стыки, излишки обрезаются кусачками. Используется для ремонта бамперов автомобилей, обвесов мотоциклов и мотороллеров и других пластиковых деталей. Скобы также продаются отдельно, и их можно без проблем докупить. Недорогой резак для бумаги. С его помощью можно сделать идеально ровный и точный срез. Может резать не только обычную бумагу, но и фотографии, ламинированные документы и не очень плотный картон. Есть разметка стандартных форматов бумаги, включая фоторазмер, а также метки для реза под углом. Недорогой доводчик для дверей. Крепится на силиконовые липучки и двухстороннем скотче. Подойдет для нетяжелых дверей. Длина троса 1,2 метра. У многих скотч отклеивается через пару дней. Можно усилить, вкрутив пару саморезов, если есть возможность. Со своей задачей данный доводчик полностью справляется. Очень компактный сварочный аппарат. Имеет малые габариты и небольшой вес. Несмотря на малые размеры, аппарат характеризуется хорошими сварочными качествами, простым зажиганием и стабильностью работы сварочной дуги. Для мелких бытовых задач аппарат вполне неплохой. Большое спасибо за просмотр. Но чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик. И оставьте комментарий для определения победителя через рандомайзер. Подробнее в описании. Всем удачи и пока!